В Омске начал работу Сибирский промышленный экологический форум. Судя по названию, масштаб экобума должен был впечатлять. Многочисленные гости, уникальные технологии, обсуждение глобальных проблем. Однако оказалось, в последний момент после отказа приехать в Омск федеральных гостей тематику, а вместе с тем и размах мероприятия решили изменить. В итоге на форуме не представлен заявленный сбор, транспортировка и даже технологии переработки отходов. Не добралась на выставку и спецтехника, мусороуборочные и другие коммунальные машины. Впрочем, можно было посмотреть на экомобиль, также увидеть кроликов, морских свинок, попробовать фермерскую продукцию, выбрать себе экологический чистый матрас.